Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Меня зовут Салтыков Сергей, и сегодня выпуск будет посвящен тому, как научиться танцевать руками. Многие спрашивают, как научиться танцевать руками, Ну, чтобы научиться танцевать руками, нужно вспомнить о том, что рука – это конечность. Она растет у нас из туловища, из корпуса. И, наверное, если мы хотим двигать конечность, то логичнее двигать большую часть тела, туловища, а рука будет двигаться за корпусом. Но, как я говорил в одном из своих выпусков, тело может двигаться в пространстве на ногах. Ноги – это единственное, чем мы контактируем с полом. Поэтому для того, чтобы двигать рукой, нужно двигать ногами туловище и как-то двигать руку. Получается такая некая волна. То есть мы начинаем двигаться ногой, из ноги у нас идет движение в корпус и в руку. Движения в танцах напоминают движения в единоборствах. Когда мы начинаем перемещаться, включаем сначала ноги, затем подключаем таз, корпус, и затем у нас выходит рука. Вообще, если посмотреть на это глобально, окружающее нас пространство имеет волновую вибрационную природу. И когда мы можем беспрепятственно включать и распространять в своем теле волны и вибрации, мы подключаемся к общей волновой природе мира. Тем самым мы можем гармонизировать себя, и поскольку подобное притягивает подобное, получать ответ со стороны внешнего мира. Ну, это такие достаточно философские рассуждения. А если вернуться к вопросу о том, как научиться танцевать руками, нужно руки расслабить и, стоя на одном месте, покрутить корпусом влево-вправо и почувствовать, как руки двигаются за корпусом. Руки совершенно расслаблены. Либо можно сделать упражнение «лыжник». Представьте, что вы едете на лыжах, вы сгибаете ноги в коленях и разгибаете, руки расслаблены, и они двигаются от корпуса. Одна вперед, другая назад. Для того, чтобы научиться танцевать руками, не нужно ничего изобретать. Существует не так много упражнений, но делать их нужно очень большое количество раз. Для того, чтобы вы именно почувствовали движение рук от корпуса и от ноги. Для того, чтобы почувствовать эту связь, есть одно замечательное упражнение. Вы делаете шаг в сторону, ставите ногу накрест назад. В другую сторону, накрест назад. При этом вы поднимаете руку корпусом наверх, опускаете. Другую руку поднимаете наверх, опускаете. И вот так вот много-много раз перед зеркалом, до тех пор, пока вы не почувствуете, что именно нога через корпус поднимает вашу руку. Нога через корпус поднимает вашу руку и опускает. Когда я говорил о волновой природе, я хотел предложить вам такое сравнение. Представьте, как пастух ударяет кнутом. Он прилагает усилия к кнутовищу, к деревяшке, затем волна распространяется по самому кнуту, и в конце происходит щелчок вот этим вот шариком, который находится на конце. Вот это вот окончание этой волны, вот этот вот удар, это щелчок, это кисть. Поскольку рука – это конечность, но сама рука также имеет окончание, это кисть. И когда мы делаем движение руками,
вначале мы не заморачиваемся на то, как у нас складывается кисть, мы пытаемся просто почувствовать движение от корпуса и от ног. Но затем нужно кисть оформлять. Как оформляется кисть? Если взять среднее статистическое хореографическое положение, то три пальца, мизинец, безымянный и средний, мы соединяем, указательные ставим с одной стороны, большой с другой. И кисть располагается по отношению к предплечью практически на одной прямой, чуть-чуть небольшой наклон вниз. Так что, если мы капнем капельку на предплечье, она со временем стекает вниз. Бывает два основных положения. Кисти к себе и от себя. Арунди, алюнже. Кисть может совершать отдельное дополнительное движение, круговое, в момент выхода в позицию. Но именно в конце. Вообще напрягаться она должна в самом конце. Рука идет расслаблена. И только в конце мы выстраиваем кисть. Причем как движение происходит туда и как движение происходит обратно. Когда мы выстраиваем линию, мы начинаем движение от ноги через корпус, и кисть последняя завершает движение, а начиная собираться, она наоборот первая включается в работу. Какие две траектории существуют для отработки? Ну, вообще траектории существует бесконечное множество, но для отработки можно использовать две. Это прямая, самое короткое расстояние между двумя точками, и дуга окружности. То есть, вот дуга в одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. И прямая. Как я уже говорил, это общее правило движения рук от корпуса. Но не бывает только белого, не бывает только черного. Есть полутона. Несмотря на то, что я говорил, движение рук происходит только от корпуса, движение руки не происходит само по себе. Это выглядит неестественно, поскольку рука – это конечность. В танцах бывают разные варианты, бывают исключения. Например, в современном танце Contemporary Dance вполне могут быть движения, когда идет не рука за корпусом, а корпус за рукой. Например, мы закрываемся по правилам нога, корпус, рука, а затем делаем какое-то движение рукой, и у нас именно за рукой идет корпус. Тогда, когда мы не перемещаемся на ногах по залу, а лежим, стоим на коленях, опять же, в каком-то современном варианте хореографии, руки могут двигаться от усилия мышц пресса, от усилия центра. Здесь не так активно включаются ноги. Могут быть различные театральные жесты, когда мы можем просто обнять своего партнера, просто погладить. Здесь движение руки происходит от движения руки. Здесь не так активно включается корпус и ноги. Нельзя не упомянуть о исключениях. Существуют танцы, такие как поппинг, тектоник, лейстайл, где руки работают по-своему. Но для того, чтобы понимать исключения, нужно знать и понимать базу. Руки двигаются от корпуса, корпус располагается у нас на ногах. Даже если мы возьмем бальную программу европейскую, либо аргентинское танго, где рамка, где нет такого танцевания руками свободного, все равно мы опускаемся вниз, дальше мы раскручиваем свой корпус наверх, давя ногами в пол, и от корпуса руки у нас встают в позицию. Не сами по себе. Если мы стараемся развести руки в стороны, свести их к центру, поднять наверх, открыть, все равно движение происходит от корпуса. Для
Для того, чтобы научиться танцевать руками, не надо мудрить. Нужно знать некие общие правила, пару-тройку упражнений и собачить их, собачить и собачить перед зеркалом. 10, 20, 100, 200 раз. Тогда вы их почувствуете. Вам не нужно будет каждый раз запоминать, куда идет рука. Вы будете просто танцевать, и руки у вас будут двигаться от корпуса. Последнее, что хочется сказать вам и пожелать удачной отработки, это исключите во время отработки одну руку из движения, поскольку две руки сразу же контролировать тяжело. Возьмите и попробуйте потанцевать одной рукой, не задумываясь о руке, а задумываясь о ногах и корпусе. Например, тогда дальше вам будет очень легко. Вы не будете думать о том, куда встает рука, а будете думать о том, как двигается у вас тело. А руки будут двигаться от корпуса. Итак, друзья, если вам понравился этот сюжет, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. И да пребудет с вами знание.